Степан, я все-таки не верю в нашу дружбу. Если ты позвал меня, угощаешь пивом. Возникни недоразумение. В этом есть и моя вина. Но я очень надеюсь, что мы помиримся и забудем обиды навсегда. Тебе я могу понять, что это очень трудно. Фэй-фэй, я говорю это от чистого сердца. Правда? Я должна тебе поверить. 傅菲菲在与莎莎单独进行的那些大买卖中已经领教了莎莎的背信弃义，傅菲菲亲自动手了断了与莎莎的关系，不再与莎莎合作。 Здравствуй, Алексей. Я совсем не ожидала тебя увидеть сегодня. Соня, ты была великолепна. Дорогая моя, ты сегодня пила просто превосходно. Спасибо тебе, Сашенька, за эти чудесные цветы. Я так рада тебя видеть. Подбирай.
любишь. Ван, я сейчас заканчиваю работу над одним большим проектом. Я называю его большим, потому что я вложил туда уже кучу денег. Понимаешь, моей жене понравилась шубка за 3000 долларов. Вот сейчас я на нее и зарабатываю. Алёша, ну где ты заработаешь? То ли ты ищешь долларов? Да для меня это расплюнуть. Знаешь, я же журналист. А что может продавать журналист? Только информацию. У нас в Орде всегда что-нибудь происходит. Знаешь, некоторые новости имеют весьма большую цену. К сожалению, это бывает нечасто. Я понял тебя. Да ладно, нормальный ты мужик, умный. С тобой приятно вести дела. А знаешь, ты в принципе мог бы и сам так зарабатывать. А это значит, что я буду давать тебе деньги. Ладно, ты и так со мной тут весь вечер сидишь. Спасаешь меня от одиночества. Ты можешь мне доверять. Мне все доверяют. Мы с тобой сработаемся. Хорошо. Тебе нужна информация. Мне тоже нужна информация. Будем на связи. Мы с тобой не просто могли бы обмениваться информацией. Знаешь, за некоторые новости я тебе бы еще и доплачивал. Давай. Сейчас大家开会了啊。今天Валерий有个重要的事情要向我们宣布。 Ну что, друзья, хочу сообщить вам хорошую новость. В управление УВД города Орды поступила точная информация о местонахождении нашего основного свидетеля, доктора Валиева. 我告诉大家一个好消息，阿尔塔内务局已经得到了确切的情报。我们要寻找的重要证人牙医瓦里耶夫已经出现在乌兰德市，他的朋友瓦西里家里。他命令我们专案组成员立即赶赴乌兰德市，采取秘密的方式把牙医瓦里耶夫带回阿尔塔。 哎呀，这个消息对咱们来说太好了，太重要了。我跟你们说啊，这个一定要保守秘密，特别是王小海，以后接触你那些狐朋狗友的时候，这个消息绝对不能够泄露出去。放心吧，铁队，这次我一定要保守秘密啊！大家都可以监督我们啊。
根据黄局的指示，我们没有停止对阿廖沙的跟踪，结果阿廖沙又一次出现。今天上午11:50，阿廖沙开车来到了巴拿马酒店，和瓦西里见了面。Согласно указаниям Хуана, мы не прекратили слежку за Алексеем. 后来我们继续跟踪，发现他跟傅菲菲又见了面。Позже мы следили за ним и обнаружили, что он встречался с Фу Фэй Фэем. 此后，一直到昨天晚上，阿廖沙的行为没有异常表现。我的汇报完毕。Так, теперь в отношении Алёши. У меня с Хуаном есть одно большое расхождение. Или арестовать его сейчас, или разматывать клубок и взять Алёшу потом. Нет, я... 我个人的意见是，现在不用急着抓他，因为我们应该思考什么样的方法才更利于我们的侦查。抓了阿廖沙，我们就可以搞清楚他出卖的都是些什么情报，这可以成为阿廖沙的犯罪证据，但是很难成为情报收买者的犯罪证据。所以我认为暂时不动弹，因为这个人的有用之处是多方面的。Это может стать доказательством вины Алёши, но не доказательством вины покупателя. 从目前的情况看，我们的对手并没有怀疑阿廖沙已经暴露，所以他现在不是他们手里的牌，而是我们手里的一张牌。安德烈实在忍受不了这种末路狂奔的日子，他要给莎莎打个电话。他未曾料到对方那么快就大打出手，10月5号在满城，10月8号在涅瓦大街干掉了他所有的同伙，拿走了货，货没有抓在他手里，因此莎莎从事发之后始终没把他当回事，一直采取袖手旁观的态度，任凭杀手一路追杀，不施援手。像当初他是因为莎莎的煽动而有了背叛的举动，如今却落到这种地步。于是安德烈迁怒于莎莎，打算狠狠敲诈莎莎一番，随后捞他一笔钱，远走高飞，结束这种提心吊胆的非人生活。Александр, ты меня ищешь? Слушай, звонил Андрей по телефону. Он что, на самом деле урод? Он что сказал? Он считает, что мы с тобой виноваты в том, что он попал в такую ситуацию. Ой, блядь, он задурел, что ли? Да, задурел. Он просит $1,000,000 за то, чтобы мы с тобой чувствовали себя спокойно. Вот, блядь, эта скотина, блядь. Идиот. Погоди, мне надо подумать. Тут надо подумать, подумать, подумать. Слушай, если у него... Если ему нужны деньги, значит, у него товара нет на руках. Значит, он в очень плохом положении. И это так. Вот. И поэтому он осмеливается грозить нам. Угу. Сейчас он должен, надо, везде ищет. И это Байпопа. Байпопа пустит ему пулю в лоб, потому что она его ненавидит. Что нам делать? Вот я и думаю. У нас нет другого выхода, Василий. Нам надо мириться с Байпопа. Эй, тетя, Фу Фэй Фэй здесь.你怎么知道？车在那儿。不管他，咱们进去。
Пойдемте со мной.你好，菲菲小姐。有什么事吗，瓦西里先生？唉，莎莎对他所做的事儿后悔了。他已经表示过了，这是没用的。莎莎愿意做出补偿。 怎么样补偿了？在今后的生意中，我们可以让出十个百分点。没有今后了。安德烈今天给莎莎打了个电话，他讹诈莎莎，让他出100万美金。莎莎自作自受。 安德烈在白婆婆那边拿不到钱，当然要问莎莎拿。菲菲小姐，安德烈在电话里说，如果满足不了她的要求，哼，我们这帮人都会悲惨的死去。请你转告白婆婆，安德烈才是我们共同的敌人，消灭了他。 К сожалению, нам надо идти. У нас еще есть дела. Мы через 30 минут приедем и заберем их. Хала. Хуан, я давно хотел с тобой поговорить на эту тему. Думаю, сейчас самый подходящий момент для этого. Ты на меня не в обиде, но...
黄菊，今天有一个话题不得不跟你提起，选择这样一个场合，希望你不要介意。что за человек Фэй Фэй？ 你认为菲菲是个什么样的人？ неужели она замешана в этих делишках？ 你觉得她有没有可能卷入这几件案情里面？ Хуан， я беспокоен сегодняшней реакцией Фэй Фэй на Надю и Тэхэ。Мне кажется, у них очень странные отношения с Сашей. И потом мы заметили, что она два раза встречалась с Василием. Хуан, я знаю, что ты очень любил Фэйфэй. 今天去铁和和娜家的反应情况上面看，菲菲和莎莎的关系不一般，而且在短短的几天里，菲菲已经和瓦西里见面两次了。我知道菲菲是你早年的恋人，可是这已经是十二年前的事了。十二年已经过去了，他或许不再是你怀中的那只小鸟，已经变成了一只鹰。可是具体是什么样的鹰，我就说不好了。这事我是这么看的：傅菲菲、铁龙和莎莎的关系确实很复杂。傅菲菲跟铁龙这么多年了，他们是生意一起做，日子一起过，那是一家人的事儿。至于他跟莎莎的关系，确实还需要进一步考察。这么说吧，他的好些行为确实非常诡秘，我也有怀疑。可是到目前为止，我们手上确实还没有真正可靠的线索或者证据。Конечно, некоторые ее поступки могут показаться очень странными, но и у меня по поводу этого тоже заразились некоторые сомнения, но у нас нет никаких доказательств. Хуан, я понял, что ты имеешь в виду. Ты лучше меня знаешь, Фэй Фэй. 我已经听明白你的意思了，黄菊。我很重视你对傅菲菲的判断，因为毕竟你比我们大家更了解傅菲菲。王丽丽，我明白你今天跟我谈话的意思。傅菲菲的问题，我会认真考虑的。我想看一下他在这十年之间所有的材料。Валерий, я понял, почему ты сегодня поднял эту тему. Я еще подумаю насчет Фэйфэй и надеюсь, смогу найти те изменения, которые произошли в ней за 10 лет. Ну вот и хорошо. Каи. Дай мне немного времени. Давай закончим на этом наш серьезный разговор. А сейчас, если желаешь, пойдем посмотрим на моих девчонок. 黄菊，现在可以结束我们严肃的谈话了。如果你愿意的话，我们可以继续去看小孩子们的表演。好啊，该你也是。没错。你要带我到哪去啊？待会儿你就知道了。你要是有话要跟我说的，在城里说就可以啊。来这里干什么呀？爬山还是打猎啊？你呀，就别问这么多了，到了你就知道这地方不错，是吧？非常美。现在就剩我们两人了。你是不是有什么话要跟我说？
菲菲，你跟我说过你的过去，你和铁龙的关系，你也说过你今后的打算。你不想跟铁龙走一辈子，你要自己走自己的路，对吧？没错。我还想知道，你和莎莎是什么关系？我们这么远跑到这里来，你就是为了问我这个？我们这么多年不见面了，我想更多的了解你。莎莎和铁龙是死对头，正如我之前跟你说过的，他是外来户，是个流氓，他做的事情不是一般人能够理解的。那你们是什么时候认识的？2年前吧。有一阵儿你们好像来往很密切啊。怎么了？你在调查我？啊，你别多心，我是指商业上的来往。是曾经有过的，可是不成功。现在铁龙公司跟莎莎的公司关系非常紧张，可是你跟他们好像还是有来往。这就叫做生意，台上握手，台下踢脚；台上握着手，台下还是踢着脚。你知道铁龙现在在做什么吗？他正在跟莎莎在一起，这就是商场。建宏，我真的很希望我们可以回到从前，没有猜忌，没有怀疑。怎么不接电话呀？对不起。У тебя какое дело？Сейчас с вами не могу говорить об этом. Василий уже передал мою мысль. Я надеюсь, наш бизнес будет продолжаться. Здесь милиция. Ты понимаешь? Мы хотим.国内市场变化很大，钢材价格掉得很厉害。前几天他们还催着要货，咱们紧赶慢赶把货给发过去。他们又不提货，还提出要销价15%。15%不行，不过让恐怕要让一些，不能让闸板握在他们手里啊。我看过账务。让5%到7%还可以承受。杨哥，这样咱们损失就太大了。我看，哎，二哥，嗯，不行，让二姐亲自走一趟，你看怎么样？实在不行，也只能这样了。喂，阿柱子，情况怎么样？知道了。你说王建宏今天找我出去，
是什么意思呢？他已经在怀里了。可是我没有什么地方值得他怀疑啊。我不知道恋爱中的人是怎么想的。我只知道黄建宏是个警察，是个做过多年秘密工作的警察。还是那句话，当断不断，必受其乱。菲菲吗？副总经理不在。这不是菲菲的手机吗？您是谁？我是飞龙酒店雇员殷泰和。你们副总经理的手机怎么会在您手里啊？您是黄建宏局长吧？对啊。副总经理回国解决公司扎板生意上的一些问题，临走时没来得及告诉您。他回国了？啊，是这样，我怎么能跟他联系上呢？哎呦，对不起，副总经理没有把他在中国的使用手机号码告诉我。哦，是这样。谢谢。好，再见。干爹，你猜我是谁？哟，是菲菲呀。干爹啊，你的耳力真好。哎，你在哪儿啊？是不是回国了？嗯，我现在在省城，就住在凯利大饭店。什么时候到的？就刚到啊，一进门就给你打电话了。怎么好意思要干爹破费？嗯，我已经准备好了，我们今天晚上就在凯利大饭店的中餐厅吃饭好吗？还有哎，干爹啊，我想要请外经委的张副主任、工商局的田局长、起经办的孟主任，干爹啊，你说行不行啊？我就说嘛，没有事情可以瞒过干爹的。我的干女儿找我，肯定要活动活动我这个老头子。别这么说嘛，干爹。来来来，干杯！来，干杯，干杯！大家随便吃，随便吃啊！菲菲啊，你好大的面子！3000吨炸弹，一下子都有了着落。这不怪我的事，都是因为干爹你，大家给面子才这么捧场。对对对，都是大家的功劳啊。不过现在还好吧，只是闸板的价位问题，需求的单位也很多。不过钢铁进口过剩，你一定要告诉铁龙，让他在这个阶段不要盲目的搞钢铁了，可以往化工方面的生意转一转，啊。嗯，我一定会告诉铁龙干爹你说的话。哎，好好，来来来，大家喝喝喝，来。秘书长菲菲，咱们这差不多了吧？要不要去喝会儿茶，跳个舞？还去吗？去吧，都安排好了。我看算了吧，菲菲旅途劳顿，
还是让他好好回去休息吧。啊，你说呢？嗯，那好吧，我就听干爹的。啊，来来来，咱们不好意思了啊，来。对呀，一定要早早休息，不许你受罚啊。你怎么知道我会回来呢？我是你的干女儿啊，干爹的心意多少我也知道嘛。干爹啊，你快告诉我，你到底有没有想我？说真话。当然。哎呀，这一忙起工作来啊，什么都忘了。可一看见你，当然想了。那就是啊，所以我就知道你会回来嘛。嗯。刚才啊，人太多不方便。你回来一次不容易，我当然要跟你单坐坐了。干爹啊，嗯，刚才的事情，我真的不知道该怎么样谢你。哎，这件事情不是困难的，省内有几家大工厂，买谁的钢材不是买啊？再说呢，乌克兰的扎板质量好，这个用材料单位都清楚，只是这个价位嘛，还要往中间靠一靠，只要厂子能够接受，也不让你们吃亏。啊，干爹啊，你这么做真的帮我解决了我的很多问题，我真的不知道该怎样谢你。哎。为你准备了一件玉线，你看看喜不喜欢？好，好啊，还是我的干女儿啊，知道我喜欢这个古董，对她有研究啊。真的好吗？好，好，好。干爹你喜欢就好。好好好。啊，干爹啊，曹明现在怎么样了？不要提他，这个不孝的东西，一提起他我就生气。哎呀，别生气。其实曹明也是因为年轻，社会经验不足，就是有些人不安好心嘛。就是啊，他太缺心眼了。哎，就仗着他老子的还在位置，他就胡作非为。大家捧他，捧他什么？还不是利用他老子这块招牌。现在好，进去了，怎么样？人家把所有的问题都堆在他一个人的头上。哎，那个整曹明的公安局长黄建宏，现在又怎么样了？他呀，问题太多了，让他上党校学习学习去吧。是吗？嗯。
可是二尔塔最近来了一个公安局长，也是来调查案件的，好像也叫做黄建红。哎，公安局是不是有两个黄建红啊？这是真的吗？是真的。岂有此理，他们的胆子也太大了。在轮回之前，我站在佛前，许了永生永世的愿，无论在何年都在你身边，替你温暖所有风寒，在爱恨之间，我试图告别，可否让天给我时间，让我去改变，怎么